Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои друзья, с вами ваша Елена, рада вас приветствовать на моем канале. У меня сегодня распаковочка от компании Grand Stock, получила посылочку. Кстати, мои хорошие, уже ее открыла. Открыла, приоделась вот такую туничку. Ну как вам, нравится? Нравится, не нравится? Молчи, моя красавица. Вот, девочки, смотрите, классная, правда? Очень классная туничка такая, вообще просто обалдеть. Мне подходит. Так она меня освежает, так она меня омоложает, омолодила. Просто классно, правда, девочки? Сейчас продолжим. Дорогие друзья, Grand Stock – это магазин бюджетных товаров от ивановских производителей. Более 20 тысяч товаров отечественного производства на сайте Grand Stock. Все самое лучшее из Иваново по самым выгодным ценам. Постельное белье, одежды, товары для дома. Grand Stock – это круто и недорого. Товары из Иваново отличного качества для вас. Делаю такую распаковочку. Это шорты для мужа. Шорты для мужа. Вот такие, смотрите. Будет выделываться ходить по огороду. Вот такие шорты. Классные, правда? Вообще шикарные просто. Вообще шикарные. И еще одна распаковочка также для Володи. Еще одни шорты. Сейчас только найду, где распаковать правильно. И покажу вам. Девчонки, это все трикотаж. Вот такие шортики. Смотрите. Вот такие шортики. Классные. Вообще классные. Трикотаж. Очень хорошее качество. Девчата, смотрите. Все швы прошиты. Просто оригинально. Просто оригинально. Нет, как говорится, никакой зазоринки. Все отлично. Все просто отлично. Я надеюсь, Володя у меня останется довольный. Вот такие шортики. Вообще классные. Просто классные. Просто классные. Далее, девочки, у меня здесь идет сарафан. Размер 46. Это я заказала для Танечки. Вот такой сарафанчик, девочки. О, какой сарафанчик. Сейчас я ей дам, пусть она примеряет, хорошо? И мы с вами продолжим. Классно как. Вообще не идет, да? Вообще идет, вообще. Красота просто, лепота. Легкая. Трикотаж просто отличный. Ну вот, девчонки, скоро будет купальный сезон, и Танечка будет зажигать на пляже. А это, мои хорошие, костюм женский. Именно для меня, любимый. Именно для меня. Сейчас посмотрим. Вот такая маечка. Такая маечка. И вот такие штанишки. Это все, девочки, трикотаж. Трикотаж. Как меня эта футболочка освежает. Согласитесь, мои дорогие. Как она меня освежает. Не обращайте внимания, у нас полы здесь скрипят, скрипят, но мы скоро их поменяем. Не обращайте внимания. Еще один сарафанчик, ой, сарафанчик, туника. Вообще классно, очень красиво. Танюш, вот этот туника твоя? Нет, мне тот больше нравится, сарафанчик. А мне это понравилось, как красиво, вообще, обалдеть. Потому что лямочки, бретельки, я обожаю такую, сама знаешь. Нет, ну, очень пишите красиво. В комментарии, какой вам понравился больше. Еще будут примерочки. Да. Я бы здесь сегодня будет убрать. Ну что, мои хорошие, вот такая туничка беленькая. Вообще классно, правда, девочки? И костюмчик вот такой с шортиками. Футболочка и шортики. Шикарно. Тань, просто шикарно. Да?
Шикардос, шикардос, шикардос. Закатай. Я в черных носочках, а Таня в светленьких носочках. Шикардос, шикардос, шикардос. Ссылочка в описании под видео. Ссылочка в описании под видео. Ну, не такая уж я и толстая, оказывается, Танюш. А я что, сказала, что ты толстая? И животик у меня такой вроде бы не такой. Говорю, что ты толстая, никогда. Мне только надо немножко мою физиономию немножко подхудить. А так, девочки, все нормально. Привет, подготовить, да? Ладно, да. Я пошла переодеваться. Давай. Классно. Супер. Супер, девочки, мне очень нравится. А, это ты тоже себе купила? Да. Ну, выйдешь ко мне. Вот такая вот маечка. Красивая тоже. Очень нравится, очень. Мамуль! Короче, девочки, это туника, туника. Ну, знаете, вот вечером, допустим, выходить к морю, когда уже будет прохладненько так вот на пляже. Смотрите. Ноги белые, носки черные. Загорим еще, загорим. Вот. Ну, я считаю, что неплохо. Мне очень даже она нравится. Просто очень нравится. Там классная. Осталась. Это Кристинкина. Классная вообще. Слышишь? Там у меня еще есть костюмчик. Сейчас вам примерю. Топик. Вот. Топик Кристиночки. Хорошенький. Красивенький. Она у меня дрыхнет. Устала после занятий. Первый день учебы. Спит. Спит, моя красавица. Ну что, девочки. Вот такой костюмчик с саблями, шортиками. Для меня любимой. Правда, в носках, девочки, я, ну, ничего. Я считаю, что неплохо, да? Вообще неплохо. Ну, не такие же у меня большие ляжки. Не такая у меня большая уже и попка. Ты себя успокаиваешь? Да, я себя успокаиваю. Это мне надо в ляжках похудеть, не тебе. Ой-ё. Девочки, смотрите, какой шикарный костюм. Ну, просто шикарнейший, правда же? Просто шикарнейший. Тебе хорошо. Хорошо, да? Конечно, вообще четко. А загоришь, вообще будешь такая мулаточка. Дорогие мои друзья, ссылку на компанию Градсток я оставлю в описании под видео. Большой ассортимент, низкие цены вас приятно удивят. И, возможно, уже сегодня вы сможете сделать свой первый заказ, порадовать себя и своих близких, свою семью. Мои хорошие, смотрите, какие замечательные костюмчики на летний сезон предлагает вам компания Градсток. Легкие, трикотажные, качество на ура. Ну что, мои дорогие, если вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и включайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Я на сегодня с вами прощаюсь. Желаю вам приятных покупок. Радуйте себя и своих родных. С вами была ваша Елена. Всем пока-пока. Увидимся. Удачи вам. Люблю вас.